Первый в мире татарский фастфуд. Название и адрес я скажу в конце видео. Досматривай. Первая точка была открыта еще в 2015 году в виде татарского головного убора. А сейчас это полноценные рестораны быстрого питания. Помимо классических татарских блюд, виде шпичмака или бульона, или чак-чака, здесь есть и оригинальное. Например, есть кустыбургер с томленой кониной, моцареллой и свежими овощами. Или с рукколой и тартаром из семги. А вот это мой любимый, черный, с говядиной и овощами в фирменном соусе. Все рестораны выполнены в современном дизайне, но в то же время здесь прослеживаются татарские мотивы. К примеру, это картина современного татарского художника. Изначально этот проект создавали два партнера, но в какой-то момент они разошлись. И появился еще один татарский фастфуд, о котором я расскажу в следующем видео, поэтому подписывайся. Ну а название данного проекта — это «Тюбетей».